Привет! Продолжая серию видео «Эффективно, просто, экономно», в этом видео я расскажу вам о маске для любого типа лица. Вам понадобится всего лишь обычная марля и обычный апельсин. Выжимаем сок апельсина и в этом соку смачиваем хорошенько. Выжимаем хорошенько марлю и накладываем ее на лицо. Эта маска прекрасно тонизирует и успокаивает вашу кожу. Держим ее 15-20 минут, а потом хорошенько смываем прохладной водой. Вот увидите, какой будет эффект. Я еще порекомендую для обладательниц нормальной сухой кожи, перед тем, как делать эту маску, смазать хорошенько веки жирным кремом. Все, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Всем пока!